Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Jurassic Survival. Ну что же, так, у меня здесь ничего нету, поэтому я думаю, что стоит зайти здесь немножко пофармить всякого барахла. Нам нужна древесина, железо, грубо говоря, нам нужно все, что мы будем тут перечислять. Так, что у нас? У меня бейсбольная бита, но я хочу взять вот эту вот с шипами. Кстати, я ее отобрал у чувачка. Точнее, я его накумарил и забрал у него. Так, давайте начнем рубить эти пальмы. Здесь пальм не так уж и много, но хоть что-то. Помимо того, что я сейчас делаю акцент на дерево, я еще собираю, ребята, стебли вот этих вот растений. Они нам нужны для того, чтобы делать бинты. В домике я у себя уже поставил что? Да много чего там. Ткацкий станок у меня стоит. Я себе поставил инкубатор, ребята. Дайте-ка я сейчас вот этого вот велоцираптора звездану из-под тяжка. Вот так вот. Довольно неплохо, вы согласитесь. Это все забираем. Листочки тоже забираем. Да, ну, камни, в принципе, мне пока не нужны. Единственное, что если у меня сейчас сломается топор, мне придется делать новый, а для этого нужны камни. На-ка, выпуси. Также я там надел себе кожи. Поставил, по-моему, не один даже сундук улучшенный. В общем, увидите все сами, когда мы придем с вами домой. Опачки, куда ты прибежал, а? Мелкий. Мясо, ну, мясо, ладно, пускай пока лежит. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо-тихо, не буяй, малыш. Успокойся, отдохни, полежи. Так, нитки, и я вижу, у нас тут ящик. Давайте-ка посмотрим, что в нем будет. Сейчас опять нам что-нибудь дадут, и мне придется выбирать, стоит это брать или нет. Ага. Так, ну металлолом нам тоже нужен, в принципе, да? Вот так, наверное, мы с вами сделаем. Хотя, давайте это сожрем все здесь, фиг с ним. Еды у нас пока есть, бинты 5 штук, как вы видите. Листочки, саженец ананаса. Так, все, бамбук я взять не могу, потому что у меня не хватает места в инвентаре. А вот и пальмочка очередная. Слушайте, я пока, ребята, бегаю по тем локациям, где всего лишь один черепок обозначен. Это потому, что уровень сложности легкий. Я никак не могу себе накопить на нормальный шмот, чтобы отправиться уже в далекие локации и там уже нормально пофармить. Так, ладно, выкидываем мы эту тряпку и будем с вами добывать железо. Точнее, руду железную. Она нам нужна для переплавки в сталь. Так, зебра, ать, убежала, ладно, фиг с ней. Ну вот, о чем я вам говорил. Топор сломался, будем сейчас с вами делать новый. А для этого нужен бамбук. Блин, придется теперь искать бамбук, ё-моё, а. Незадача. Ну, иди сюда, мелкий подшнырь. Получил свое. Там, я смотрю, у нас... О-о-о, бежит. Я смотрю, еще один у нас. Так, а это кто? О-о-о, лотман. Властелин колец прибежал. Что у тебя здесь? О, неплохо, спасибо тебе большое. Так, дальше у нас что? Нитки, веревки, топор. Хорошо, что топорик у него был. Нам не придется его крафтить. Ну, а остальное нам, в принципе, здесь и не нужно. Давайте вот, наверное, мясо поменяем с вами на веревки. Вот так вот. Все. А вот в этом ящике мы были, да? А, нет. Хорошо, давайте тогда облутаем его. Конденсатор. Вот это все нам пригодится, ребятушки. Конденсаторы, болты, гайки, шурупы. Все эти элементы нам очень нужны. Так, здесь ничего нету. Давайте опять с вами руду добывать. Кстати, у меня уже скоро 28 уровень будет. Быстро развиваемся мы, конечно. Тут ничего не скажешь. Так, о, саблезубый тигр, получи. Ну, у них обычно, да, шкуры и мясо, нам это не нужно. Все, ладно, бежим дальше, опять велосираптор. Как вы меня достали, а? Ребята, это легкий уровень, да, с одним черепком локации. А когда мы заходим, где три черепка, там просто жесть. Во-первых, там и динозавры помощнее. И их в разы больше, поверьте мне. Так, все это забираем. Так, ну, за счет этих динозавров мы, ребята, и качаемся быстрее. Сами прекрасно видите.
Камень, нафиг он мне нужен. Мне нужна вот эта вот руда железная. В переплавку все пойдет. Кстати, да, последний раз я сделал себе станок, где могу делать гвозди. Помните, я застопорился как-то на гвоздях. Теперь я их могу спокойно себе выплавлять. Единственное, что я хотел бы проверить, что же все-таки такое металлоискатель и как оно вообще будет работать. Пока я его еще не делал, но думаю, что в дальнейшем, наверное, стоит заморочиться, все-таки сделать и испробовать его. Вдруг мы будем с вами находить какие-нибудь полезные вещи. Ну, если он будет действовать именно так, как я предполагаю, как именно металлоискатель. Так, давайте. Срубили, замечательно. И просто хотелось бы еще узнать, когда мы его берем, он будет у меня в руках или будет просто в инвентаре, но периодически показывать. Так, саблезубый, иди отсюда. Надоел ты мне уже. Так, совсем чуть-чуть осталось нам до следующего уровня. Кто-то бежит. Да ты посмотри, а? Кидрок! Ну, извини, братижа. Переломал его нафиг. Нет. Ну, вот эта курточка бы мне, честно говоря, пригодилась бы, ребят. Я не знаю, что мы можем с вами выкинуть. Так, вот это мы поменяем, потому что у него получше. И курточку, значит, за счет чего можем мы? Конденсаторы все нужны. Давайте, наверное, вот так вот. Как-нибудь без камней мы с вами обойдемся. Ваш инвентарь переполнен. Все, мы что ли не можем... А, нет, вот еще одна... А, даже так. Ладно, ребята, побежали тогда до дому, до хаты. Будем все это раскладывать по местам. Карта мира. Ну вот и домик наш тут рядом, бежать. 15 энергии мы тратим, ребят, на это все дело. Но это ерунда. 85 еще у нас в запасе. Так, заходим. И сейчас вы увидите, как у меня здесь немножко все изменилось. Вот у меня коврик перед входом. Вот я себе немножко увеличил домик. Так, вот здесь у меня лежат всякие плюшки. В основном все связано с металлом. Сами эти болты, гайки. Так, руду сюда же складируем. И изоленту. Также надо конденсатор сюда перебросить. Вроде бы как и все. А, нет, вот металлолом еще, да. У меня его было слишком много, даже пришлось немножко перерабатывать. Вот, видите, я могу теперь из железа делать гвозди. Это очень полезно и очень хорошо. Здесь также у меня, ребята, камнетеска сделана. Мы камни делаем в такие каменные блоки. Вот, вы видите, у меня уже довольно много их. 40 штук, нам пригодится. Так, я пить хочу, надо срочно нам попить водички, чтобы не отдуплиться, как говорится, от жажды. Так, камень, давай, наверное, мы сделаем. Так, сейчас мы этот брикетик с вами забросим, руду забросим туда. Не люблю просто, когда все лежит в разных местах. Как я, правда, не стараюсь все это соединить в одну кучу, ничего у меня, ребят, не получается. В квартире все по-прежнему по хаосу, поэтому особо сильно я над этим не заморачиваюсь. Так, давайте все вот здесь объединим. Железо, точнее руду мы сейчас бросим в печки, посмотрим. Так, здесь у меня металлолом перерабатывался, древесина. Древесина есть, 20 штук. Как раз можно, в принципе, заправить печурочку. Так, а здесь у нас, вот сюда, наверное, мы с вами закинем вот так вот. Да, вполне. Этот ананас один, чертов, он мне достал. Ни туда, ни сюда. Да, у меня еще этот топорик до сих пор лежит. Но он, ребят, плохой, поэтому особо я его использовать не люблю. Ну, давайте, наверное, переложим вот сюда. Так, веревки у меня вот здесь должны быть. Уже, кстати, очень мало места у меня в этом ящике, это плохо. Бамбук. Что мне... Так, камень давайте сюда, наверное, возьмем. Да, где-то у меня еще... Вот, сейчас посмотрим. Да, 20 бамбука уже сделанного есть. То есть пока запасы есть у нас. Тряпки мы забираем, листья ставим сюда. Будут опять делаться тряпочки у нас. Я еще раз повторю, они нужны нам для бинтов. Вот здесь. Кстати, вот краски еще у меня здесь есть. Я не знаю, правда, для чего они нужны, но я думаю, что что-то можно будет перекрашивать. Пока там у нас синий и черный... цвет. Так, бамбук сюда. Этот мы возьмем. Сейчас мы его тоже уже поставим на переработку. Но для начала мы камни. Пускай делаются у нас эти кирпичи. Назовем их так.
Гвозди. Гвозди пока нам не нужны, у нас есть. Так что пока перебьемся. Три гвоздика у нас. Этого, конечно, мало. Нужно очень много железа, ребят, наплавить мне. Без него нам практически никуда. Так, здесь у нас что? Хлам всякий, опять же. Блин, эти вот чемоданы, которые посреди моего дома стоят, они мне мешают, если честно. Надо их будет... Хотя мы их уже никуда не передвинем. Их, если только убирать, уничтожать полностью. И только после этого расставлять вдоль стен. Но, опять же, повторюсь, мы с вами будем увеличивать постоянно домик. И, как ни крути, они все равно рано или поздно будут у нас посреди комнаты. Вот, ребята, у меня инкубатор. Видите, сколько нужно всего, ребят. 120 проволоки, там, 500 металлолома. Очень-очень этого много, конечно. Не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы это все добыть. Но мы будем с вами стараться. Так, у меня здесь жаркое сделано. Давай ананас поставим, пускай жарится. То есть с продовольствием пока у нас вообще никаких проблем нету. Давайте с вами пойдем дальше на фарм. Мне, конечно, хотелось бы сделать себе побольше бинтов. Потому что слишком часто нападают здесь на тебя боты и валят тебя. Так, смотрите, уже кто-то ко мне бежит. Через 2 минуты... С небольшим он будет у меня в доме. Но я думаю, что он об этом пожалеет, если я его там застану. Давайте мы сюда сейчас с вами пробежим. Немножечко набьем себе ресурсов. В основном это нужно сейчас дерево и железная руда. С камнями пока вроде бы особых проблем нету. А, вот листья нам нужны еще. Обязательно листья будем собирать. Саженец бамбука. Нафиг был нужен. Так, тут ничего интересного. Вот не люблю такие вот обломные пакеты. Вроде думаю, сейчас что-нибудь лутанешь. А там тебе пишут. А здесь ничего интересного нету. Так, надо подхилиться, ребята. Все, у меня остался всего лишь один бинт. Плохо. Очень плохо. Надо будет обязательно этим заняться. Бинтами. Так, иди отсюда, мимо. Орни. Так, продолжаем рубить. Не знаю, ребят, вы пишите, кто пишет, что оставить при прохождении игры, как я... О, новый уровень. Великолепно. Чтобы я оставил вот здесь вот прохождение фарма. Кто-то пишет, что не надо. Не могу определиться, так нужно вам это или нет. Ага, делается раптор. Просто иногда, когда делаешь такие вылазки, можно либо найти что-то интересное, либо какая-то прикольная стычка может быть. Но каждому свое. Я считаю так, что если кому-то не нравится вот это вот, да, вылазки вот эти на фарм, он может просто-напросто видео промотать. По идее так. А кому-то может быть интересно, что я тут ищу, как ищу, как я тут справляюсь. Потому что это начальные у нас локации такие легкие. Дальше же пойдут уже намного интереснее. Так, давайте опять мы с вами... Да, хотя на самом деле очень много вот это вот времени отнимает. И игрового, и для меня. То, что вот эти вот вылазки делаешь, практически все одно и то же. Надо еще как-то все это обсудить, что я тут делаю, как. И постоянно, из раза в раз, конечно, это может всем приесться. Так, что у нас тут в этой сумке? Надеюсь, что-нибудь хорошее будет. Ну, сигареты мы брать не будем, консерву съедим. Так, воду заберем. Металлолом и изолента. Изолента нам тоже пригодится. Но больше всего сейчас меня интересуют листья и пальмы. Так, бамбук. Забираем все. Ну, ягоды мы с вами не будем собирать, они мне не нужны. У нас пока с вами хватает и воды. Хотя, если я не ошибаюсь, когда мы сделаем с вами медицинский столик. Все, у меня инвентарь весь заполнен. Мы с вами из ягод, по-моему, будем делать спирт. Если тут, конечно, ничего не изменилось. По крайней мере, в последний день на земле было именно так. Оу, топор у меня сломался. Так, надо крафтить. Нам не хватает 2 камней. Кто-то бежит. Ага, маленький динозавр. Зря он так, конечно. Бамбук. Значит, для дерева у нас нету места, да? Точнее, может быть, оно и есть, но у нас сломался топор. Все, камня мы насобирали. Давайте мы с вами сейчас будем делать топор. А что для этого нужно? Сталь, изолента. Слушайте, может быть, даже сделаю себе улучшенный топор. Он, по-моему, чуть-чуть подолговечнее, да? Но он также ломается. Листочки, еще листики.
Ох, сколько же я себе сделаю потом бинтов. Кстати, бинты делаются, опять же, из тряпок и вот этих же стеблей. Так что придется выбирать, либо стебли делать в переработку, либо совмещать, чтобы сделать элементарные бинты себе. 28 уровень. У нас, по-моему, следующий новый крафт откроется на 30 левле, если я не ошибаюсь. Но до 30 уровня нам еще... Ого, пыхтеть и пыхтеть. Так, я вижу, у нас здесь с вами очередной ящик лежит. Надо будет его залутать обязательно. А, это сумка. Ну куда ты прибежал, а, мелкий хмырь? Получил свое? Блин, да кто? Опять еще одна мелочь. Так, у них нитки и веревки. Давайте-ка мы здесь лучше глянем, что тут у нас будет лежать хорошего. Проволочка нужна, и конденсатор нам тоже нужен. Давайте, наверное, мы вот так вот сделаем. А это вместо... Так. Все, вроде бы пока... Да что ты будешь делать, а? Все, бегут, бегут. Ребят, еще раз напомню, это с одним черепком локация. А когда три черепка, я думаю, их там будет намного раз больше нападений. И довольно хищные будут динозавры. Здесь такие слабоны еще. Рапторы всякие, орни. Хлам, короче. Так, у меня еще рубашка. Ну что ты захотел в туалет? Как ты вовремя все это придумываешь? Прям на ходу, а? Давай, помочился. Все, теперь эту сумку мы с вами лутали. Блин, я еще и мыться хочу. Значит, употел парнишка мой, а? За этим всем делом. Давайте нафиг удалим эти шкуры. Мне нужны листья. Вот так вот. И древесина тоже мне, в принципе, нужна. Так, с бамбуком у нас вроде бы проблем нету. Ну ладно, фиг с ним, возьмем. А камень мы, по-моему, взять не сможем, да. Нет у нас места. Ну что, все что ли? Весь лес вырубил здесь. Так, вижу стебель. Кто-то бежит. Оу, это кто он такой? Наруто! Ёлки-палки, у меня бита сломалась, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, вот еще бы немножко бы и все. Я бы погиб. Так, давайте еду сюда поставим. Что тут у тебя есть хорошего? Да ничего, в принципе, для нас значимого здесь нету. Заманчиво, конечно. Давайте мы, наверное, так вот сделаем. Так, что там у тебя еще? Металлолом. Заберем, потому что металлолома нужно будет дофига нам для нашего инкубатора. Помимо инкубатора, ребята, я поставил себе... Ну, я, честно говоря, не знал этого. Собирать скелет динозавра. Но я думал, что это уже готовый продукт. А оказывается, шиш там. Нам нужно еще собрать очень много костей для того, чтобы его создать. И там будет 5% ко всему. Ну, не ко всему, там к чему-то, я не помню. Но, опять же, повторюсь, нужно очень много запчастей, чтобы создать. Там костей, череп, хвост, там полоночек. В общем, потом все это увидите. Так, ладно, ребята, наверное, мы сейчас с вами будем уже убегать отсюда. У меня уже покраснел душ. Еще осталось только дымку пойти. А у меня, по-моему, идет дым от тела, да? Да, я уже начинаю вообще чересчур пахнуть. Как бы не превратиться такими темпами в зомби. Шучу, конечно же. Так, добираем все, что здесь осталось. Валяться, так скажем, бесхозно. Еще вижу один стебель. И, кстати, вот эта бейсбольная бита у меня сейчас тоже скоро сломается. На ней очень мало прочности осталось. Все, наверное, все на этом, ребят. Дайте-ка я сейчас вот этого вот охламона подобью. А, он убегает, ребят, знаете почему? Потому что они меня чувствуют по запаху. Сейчас проверим, если он сейчас убежит, то так оно и есть. Ну, как видим, я был прав. Ладно, пора и нам тогда отсюда сматываться. Пойдемте с вами, наверное, сбегаем домой. В конце концов, помоемся, чтобы от нас никто так не шарахался. Ну и заодно не быть приманкой для динозавров.
И у нас, смотрите-ка, дома якобы гость. Но я больше чем уверен, что он сейчас даже нам и не покажется, так как забздит. Потому что я все-таки вооружен и очень опасен. Но если бы у меня не было бы сейчас никакой брони, никакого оружия, поверьте, он бы сейчас охотился бы тут за мной и бегал бы по пятам до тех пор, пока не шваркнул бы. Так, 3 железа уже сделалось, это хорошо, но мало, повторю, мало, ребята. Так, а здесь у нас древесина нужна. Нате вам древесину. Готовьтесь побыстрее. Так, что у нас тут с ананасами? Ну, пока вроде бы нормуль, но мало. У нас всего будет мало. Так, что здесь? Провода. Тут же у нас металлолом. Это все мы складируем. И конденсаторы. Отлично. Так, ананасы мы с вами посадим. Это к бабке не ходи. Так, у нас здесь... Блин, где бы мне взять вот эти алюминиевые пластины? Точнее, алюминий, чтобы сделать потом из них пластины. Хотя они мне сейчас, в принципе, и не к спеху, но хотелось бы просто знать, где они вообще находятся. Ананасики пускай растут у меня. Так, инкубатор мы смотреть не будем. Мне надо принять душ. А вот, кстати, ребята, про что я вам и говорил. Скелет мегалозавра мне нужно собрать. Там очень много костей, по 20 штук разных видов. И где это все добывать, я, честно говоря, пока тоже не знаю. Но главное, что мы примем с вами сейчас душ, помоемся от души. Поставим бутылочки в водосборник. Вода должна копиться. Она у нас тут как дефицит, грубо говоря. Так, 10 бутылок есть, отлично. Так, что у нас еще можно сейчас сделать? Доски сделались, хорошо. Доски нам тоже пригодятся. Так, бревна все эти выложим. А что у нас по бамбуку? Бамбук есть тоже. Все забито. Так, одна древесина. Не туда и не сюда, да, как говорится, это полено. В принципе, и мясо тоже. Его можно было бы и съесть. Но мы лучше из него сделаем жаркое. Ананасы все равно рано или поздно закончатся. Так, давайте добавим сюда. Все, тряпок тоже надо очень много нам. Не знаю, когда мы тут с вами хорошенько так разовьемся. Мне нужно столько ящиков, хоть делай отдельную комнату под сундуки, куда я буду складировать все. Да, и желательно, конечно, бы запомнить, где что у нас лежит. А то положить это одно дело, а запомнить, где все лежит, это совсем уже другое. Ну что? Что у нас там по крафту, ребята? Давайте-ка посмотрим. Так, на 30 уровне у нас откроется новый с вами крафт. Так что надо как-то будет потом дойти до этого уровня. Внедорожник. Будем собирать. Но для него нужно 20 стали. А стали у нас, по-моему, столько нету. Или есть. Давайте-ка посмотрим сейчас в данный момент. Так, у нас здесь 7. Есть железная руда. Хорошо, сколько у нас в печках? Так, тут 4, того уже 12. Ясно, во второй печурке 3. 7, да там 7. 14, ребят, не хватает маленько. Но, надеюсь, сейчас мы с вами немножко поиграем и за это время успеет сделаться, сколько нам нужно. Так, а может быть еще одну печку поставить, ребят? Давайте-ка заберем для нее нужные нам ингредиенты. Камень, да? Нужен там камень. Что, у нас всего 2 камня, что ли? Да ну, быть такого не может. Вот, я же говорю, есть 6 камней и... Нет, 7 камней нужно, елки-палки. Дайте мне еще камень. Так, отлично, делаем печку. Плавильню. Так, теперь давайте ее поставим. Печурочка моя. Пускай будет 3 печки, да? Предположим. Строим. Вот здесь. Так. Вход, если что, переделаем. Так, я что-то не понял. Почему-то не можем мы поставить. Да, ребята. 2 печки максимум, оказывается, можно ставить. Вообще, всего по 2 предмета. Ну, кроме сундуков, конечно. Сундуков хоть сколько, наверное. Вот это обидно. Зря я только ресурсы потратил. Ладно, будем с вами тогда собирать на внедорожник.
нас 14, нужно еще 6. 6 слитков, да, железных. И тогда мы сможем с вами сделать внедорожник. Так, что я там с собой взял? Так, ананасы. Подкрепимся. Надо будет бинтов. Нужны, опять же, стебли. Ну, это ерунда. Так, сегодня мы еще с вами, ребята, кое-куда сходим. Как я вам уже говорил. Так, у нас здесь гуманитарный груз упал. Один черепок. Надо бежать, ребята, сюда. Вдруг там что-нибудь полезное для нас будет. А нам сейчас все пригодится. Жалко, с вооружением у меня, конечно, очень плохо. Одна бейсбольная бита и покоцанный пистолет, кстати. Да. Ладно, фиг с ним. Ну давай, быстрее, быстрее. Охотничьи припасы. Слушайте, охотничьи припасы, значит, здесь может быть какая-нибудь ружбайка лежать. Или еще. Ну куда? Куда ты лезешь? Оу, щет. Блин, вот этих ракоплюев только не хватало мне. На, получи. Выбью всю дурь себе. Дифалозавр, блин. Так, здесь у нас как раз и пальмочки растут. То, что нам нужно. Бамбук. Опять бревно. А вот и груз. Так, подожди, подожди, подожди. Не харкайся. Сейчас ты получишь. Ну, в любом случае, ребят, я здесь выживу. У меня закусон есть. И, по-моему, сюда ананасы есть. Правда, мало. Че, я уже опять стал этот вонять? Опять надо мыться? Ёлки-палки, что-то уж больно как-то быстро. Ну, давай, что там у нас? О, мачете, ребята, есть. Давайте-ка мы, наверное, ее возьмем с собой. Хотя тут биту надо бы эту добить. От нее осталось-то шиш да не шиша. Краска голубая. Блин. Я не знаю, до этой краски пока доживем. Фиг знает, сколько времени пройдет. Стоит ли ее вообще с собой таскать? Ладно, пальмовое бревно у нас есть. Стебли, стеблей. Почему-то называется растительное волокно. Мы собираем стебли, а пишут совсем не то. Ладно, ничего страшного. Оу, у нас, ребята, сломался топорик. Опять нужен камень. На, засада. Вот, один есть. Второй вижу. Так, того два, нужно три камня. Да, три камня надо. Ну и где он здесь у нас? Растительное волокно. Ё-моё. Так, ну что ты лезешь, а? Ух, вот, вот, ребята, и третий камень. Давайте сделаем себе топорик. Он нам пригодится. Здесь мы будем сейчас пальмы квасить. Разбомбили. Собираем все это барахло. Велоцираптор опять тут нападает у нас. Совсем чуть-чуть осталось, ребята. И 29 уровень получим. Так. Да, хотел, кстати, сделать небольшое отступление, ребята, по поводу Hustle Castle. Почему не снимаю долго ролики? Потому что в данный момент мои персонажи качаются, и нет смысла их сейчас оттуда выдоставать. На арене тоже меня колбасят. Так, давайте мы это выкинем. Так что даже не знаю пока. Будем, может быть, ждать нового контента какого-нибудь. Или, в конце концов, пока у меня не появится денежка, чтобы я мог себе что-то купить. Например, тот же самый портал хотя бы пофармить. Но, опять же, нужны, ребята, деньги. А просто так снимать всякую дребудень, я думаю, не стоит, да? Согласитесь со мной? Или стоит? Всякие там вторжения отбивать или еще... Оу, анкилозавр! Оу, ничего себе! Блин, вот это да! Все, закумарил я его. Так, а по поводу, ребята, безумных монстров игры, обязательно-обязательно скоро выйдет серия, будете смотреть. Там довольно прикольно я ушел. О, тихо-тихо-тихо, Медив, отвянь от меня, нифига ты спецагент хренов. Сейчас бы он меня тут разложил по полочкам бы. Блин, хорошо я был рядом с этой, с контуром карты, можно было убежать. Ну что ж, давайте, ребята, тогда сходим, куда я вам и обещал. Вот сюда, на арену бешеных псов. Я здесь ни разу не был. Ага.
Ну что, энергии у нас есть, за рекламу мы ее подбавили себе, бежим. Что здесь делать надо, ума не приложу. Но сейчас мы с вами разберемся. Вы мне писали в комментариях про нее. Настало время посмотреть на нее лично. Что здесь у нас за интересные такие бои? Так, заходим. Мелкие динозавры не опасны до тех пор, пока не соберутся в стаю. Ни разу еще этого не видел, чтобы они собирались в стаю. Они отбирают все вещи при входе. Снайперы отстреливают всех, кто не в зоне. Угу. Это еще что за... Куда? Нормально, да? Чувачок побежал. Так, это что у нас такое? Гони жетоны свои вещи. На нашей арене все на равных. Так, а у меня нет жетонов. И что прикажешь делать, Олух? Пс, у меня кое-что есть для тебя. Только ни слова Джекилу. Так, а тут за жетоны можно... А, нет, это зубы меняешь на жетоны. Вот оно как даже. Ха-ха. Так, с этими ребятами побазарить нельзя. Это у нас тут охрана якобы. Ну... Блин, а что, с ним поговорить нельзя, с этим ушлепком? А нет, смотрите как. Первое, второе, третье место. Ё-моё, вот это офигеть можно выиграть там, да, арсенальчик? Первое, второе, третье место. Блин, как мне пройти на арену-то, а? Да я понял, что тут все отстреливается. Хм, интересно. Блин, клыки еще вот эти где-то можно достать, а? Чтобы поменять... На жетоны еще ни разу мне не попадались. Слушайте, а что за чувак тут валяется? Может быть его... Ох ты, смотрите-ка. Одеваем это все, конечно же. И вот нам 5 бесплатных жетонов достается. Хе-хе. Ну что, я готов. Так, ладно, отдаем все вещи. Минус один жетон у нас, да, будет сейчас. Ладушки, давайте смотреть, что тут такое будет происходить. Ого, сколько домов. Так, а что мне здесь нужно сделать? О, у меня ничего нету, я в одних трусах тут, блин. Так, ладно, давайте-ка мы с вами забежим в один из домов. Посмотрим, что тут у нас такое есть. Блин, дома прикольные, смотрите уже. Кирпичные, хочу себе такой же дом. Ох ты, круть. Вот это круто. Давайте-ка оденем. Так, подождите-ка, мне нужно взять в руки этот. Вот, надевай. Ну, что еще тут есть? Водичка нафиг она нужна. А здесь... Опа. Одеваем, конечно. Тихо, это кто еще там бежит? Чё? Не понял. Опа, новый уровень, ребята, я получил. А что за лох такой был? Нифига он мощнявый. Так, отличненько. Одеваем штаны. Так. Подожди-ка, давай вот сюда поставим. Тихо, это кто еще? Нифига тут у нас разборки. Так, ботинки. Да ладно, в принципе, и этого достаточно. Слушайте, а у нас что-то... Круг, по-моему, сужается, да? Или мне кажется? Ну, что у нас тут? О, шлем довольно неплохой. В печке ничего нету. Тихо, куда бежишь? Сдох, гнида. Так, ну у тебя барахло какое-то, по-моему, мне кажется. О, тихо, кто такой? Я что-то не понял. Да что за фигня-то? Какого как он так, я не помню, меня какой-то монтировкой захерачил. Блин, я главное же нажимал на стрельбу, и мой не стрелял. Что за глюк или лак, я не знаю. Так, ну я получил 8-е место, и что мне это дает? А вот и свежее мясо, вот хрен тебе. Так, здесь у нас почта, ага. Ой, какой бред. Да, ну мы пока открывать не будем, инвентарь у нас полный. Давайте, наверное, с вами еще разочек сходим. Я, если честно говоря, не совсем понял смысла. Мы с вами появляемся здесь голые, набираем, видимо, оружие и броню и должны выжить.
В общем, суть такова, должны выжить. Только я не могу понять, мы играем здесь против реальных игроков или это тоже боты? Так, давайте возьмем вот эту винтовку, одеваем, и ботинки тоже. Нормуль. Так, бандана, штаны. Все это одеваем. Блин, мне бы еще курточку найти хорошую, пистолет. Да нафиг нам пистолет, вот так вот. Бандана. Пускай будет. Ну, что-то никого пока нету вообще. Затишье какое-то перед бурей. Так, давайте вот так возьмем и вот так. О, тихо, 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 чё? Кто? Я не вижу, кто... А, вон он. Да как он меня из пистолета мог убить? Я не понимаю, у меня же и броня, все было. И причем так быстро. Блин, вообще, называется, посмотрел. Так, это так дело не пойдет, ребята. Я пошел еще разок. Я хочу получить первое или второе место. Ну уж на худой конец третье. Хочу в тройку зайти лидеров. Ну я почему-то думаю, что мне навряд ли это получится. Так, ладно. Давайте побыстрее в ближайший дом. Залутаем, оденемся. Слушайте, если тут залутать, одеться и спрятаться где-то, может быть, и можно выжить здесь. Я думаю, что они сами будут на тебя бежать. О, неплохо. Надеваем. Так, а здесь у нас что? Штанишки тоже наденем. Где ящики-то? А, вот ящик вижу. Курточка, фиг с ним, давайте оденем. О. Так, давайте вот эту броню наденем. И вот эти вот, наверное, с вами, ребята, ботинки. Все, вот теперь я одет. Капитально. Пускай только сунутся, гады. Тихо ты, Багира, блин. Так, выживших осталось 10. Давайте быстрее. Все это надо очень быстро делать. Иначе тебя могут завалить сейчас. Так, бинты сюда поставим. О. Так, ну пока у нас нормально с жизнями. Так, это что такое? Вип. Вот и не стало випа. Нет, ребят, по-моему, здесь все-таки бегают обычные боты. Так, давайте вот так вот съедим все это дело. Ну, кто еще где? Еще бинтики. Отлично. Давайте вот здесь вот с вами постоим, наверное. Так, шлем одеваем. Рубашки. Ладно, фиг. О, бежит. Спарта. Да ладно, вас тут целая куча. Так, мы с этими говнюками разобрались. Опять бинты. Что-то никто не идет пока больше. Выживших 7. Зона сужается. 32 секунды, ребят, остается. Зона сужается. Ага. Если она сузится, что-то так. Фига ты, олух, пришел сюда. Ко мне. Смертнички. Что я могу еще сказать? Блин, у винтовки очень мало осталось запаса. Так, здесь еще какая-то штурмовуха. Фиг поймешь. А что если я буду за красным вот этим вот кругом? Я, наверное, погибну, да? Тихо. Далеко не убежал, говнюк. Мелкий, блин. О, винтовка у него неплохая. И штанишки, кстати, зашибись. Вот так вот. Блин, надо менять оружие, ребята, это не дело. Вот так вот. Так, и вот следующий, я так понимаю, белый вот этот кругляшок, где я могу спокойно жить. Чё? Какого лешего? Вы заняли 5-е место. Фига, как он, интересно, пробил через стену меня. Это, ребята, действительно баг. Блин, ну нифига себе, с такой базукой вышел там чувак, блин. Нет, утешительный приз. Я думаю, что мы открывать пока это не будем. Все, давайте, наверное, потихоньку возвращаться к себе домой. Так, все мне мое вернули. Плюс у нас еще есть 2 жетона. Мы их с вами оставим на потом. Я думаю, да? Соберемся, так сказать, с мыслями. Пойдем туда. Может быть, у нас получится там разбомбить и занять хотя бы 3-е место. Я так думаю, что если вот не этот чувак с базука, который там стоял со снайперкой или хрен знает с чем, мы бы, наверное, прошли. Так, почему
у меня не запускается реклама, а, ребята? Все, бежим. Отлично, сейчас мы прибежим до дому. Все там растусуем. А что-то растусовывать, да? У нас, в принципе, ничего такого особого с собой и нету. Так, давайте-ка... Вот, наконец-то, ребята, я могу сменить. Нафиг мне этот плеер 6482. Я назову себя, как и должен называться. Так, клавиатурочка. Нет, не К. Мне нужно R. Во, вот так вот. Знаете, ребята, если вы увидите Рэй, то это я. Ну что же, вот мы с вами уже и дома. Слушайте, пока мы бегали, наверное, тут уже и сталь у нас сделалась, по идее, да? Так, что мы там хотели с вами делать? Я уже забыл. Внедорожник, по-моему. Вау, 20 есть. Так, все это складируем. Так, гайки, болты тоже сюда же. Ага, не, у нас перебор с ними. Давайте тогда вот так сделаем. Тури-тури-тури-тумс. Так, хоть всего лишь одна. Но у нас вроде бы есть руда. Можно руду взять вот так вот и отправить ее сейчас на переплавку. Отлично. Пускай дальше изготавливается наше железо. А здесь 4 штуки. Итого 5. Все, больше нечего туда подкидывать. Нет, можно было бы, конечно, закинуть металлолом, но он нам пригодится, ребята, для нашего инкубатора. Там, по-моему, очень много нужно. Так, эти мы сюда бросаем, потому что ананасы пускай прорастают. Это наша еда на будущее. Кормовой, так сказать, запас. Давайте вот так вот. Тряпки. 15 тряпок. Да что ты делаешь? Вот, 8 бамбука уже сделалось. Ну, здесь у нас всякое барахло лежит. Давайте вот так вот сделаем. А здесь у нас для тряпок место. Вот так. Слушайте, надо будет что-то с этой краской делать. Или, блин, интересно, ее можно продать? Часики. Краска. Или хотя бы поменять. Она мне, в принципе, сейчас не нужна вообще. Так, вот так сделаем. Объединим все, да? Чтобы не бегать с лишним хламом. А теперь можно и посмотреть, что тут у нас в утешительном призе. Да ладно. Ну и бред они дают, а? Тут еще более-менее. Да. Вот тебе и утешительный приз. Я бы, конечно, хотел бы первое место. Там, видели? Обалденные винтовки дают. Так, все это барахло забираем. Вроде бы у нас там место есть, так что никуда ничего не пропадет. Инвентарь. Это мы можем, в принципе, сразу съесть. Так, у нас еще ананасы с вами. Стебли. Мы их посадим обязательно. Ну, вот это вот, конечно, вообще бредовое оружие. Самое-самое бредовое. У него очень ничтожный дамаг, так что я даже не знаю, стоит ли вообще его держать. Можно было бы, в принципе, и выкинуть. Без угрызения совести. Так, тут у нас, кстати, провода и конденсаторы. У нас есть с вами сковородка. Ну, со сковородкой мы пока побегаем. Ей, как говорится, поатаковать еще можно. Так, давайте ананасы закинем сюда. Ну а что, неплохо, 15 ананасиков, то бишь 15 блюд у нас будет готово. Так, а стоит ли нам, подожди, ребята, что-то я, что-то ведь хотел же, да? Так, ну-ка давайте-ка посмотрим. А, внедорожник. Так, давайте-ка мы с вами, сталь, я точно знаю, что есть бамбук, в этом я уверен. Так, сейчас мы все здесь с вами заберем. Так, сталь. Что я там забыл, еще-то нужно. Ага, бамбук, дерево и кожа. Изолента. Изолента 9 штук. Неужели 9 штук? А вроде бы было же больше. Так, ну с деревом-то все нормально. С кожей тоже я знаю, что у нас ее хватает. А вот насчет изоленты я как-то сомневаюсь маленько, ребят.
Ну-ка посмотрим сейчас. Так, здесь ничего нету. Да нет, такого быть не может, чтобы не было одной изоленточки у нас. Фигня какая-то. Давайте-ка еще разок внимательно посмотрим. Так, я не вижу. Блин, все на смарку, ребята. Все, что мы с вами тут собирали, блин, придется опять раскладывать, по ходу дела, да? Нету ее и все. Куда я ее мог потратить-то? Вроде ничего такого не делал, где она нужна была бы. Да. Ну ладно, давайте выкладывать тогда все. Вот сюда выложим, чтобы потом не искать по 300 раз. В общем, наша цель сейчас найти один кусок изоленты. Да, и найти мы его можем только лишь, наверное, в гуманитарных ящиках или в сундучках. Ну, в общем, залутать. Или же, если мы найдем какого-нибудь чувачка, шибанем его, и у него случайным образом окажется эта изолента. В любом случае придется искать. Потом мы с вами закажем себе, так сказать, внедорожник. Это не собранная машина, нам ее еще потом придется собирать. Я больше чем уверен, что там нужно будет очень много всяких деталей для нее. Как в последний день на земле, вы помните, да, про чоппер. Вот здесь то же самое, только внедорожник. Хотелось бы, конечно, бы еще инкубатор как-то себе развить. Так, а здесь, ну, вот смотрите, ребята, 20 лампочек. Где эти лампочки брать, я пока не знаю. Наверное, в новых каких-то локациях, но мне еще ни разу ни одной не попадалось, нигде причем. Если кто знает, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях на будущее. Так, если мы сейчас с вами пойдем фармить, то нам нужно, что, хорошо подготовиться. Нам нужны, по идее, бинты. Тряпки есть. Так, почти 40 штук. Нужны теперь листья. Где мои листья, блин? Ну, так, один листок всего вижу. Но этого мало. Даже на один бит не хватит. Слушайте, по-моему, здесь какая-то засада. Вы посмотрите, ни изоленты, блин, ни листьев. Что за бред? Вроде бегаю, бегаю, собираю, собираю, и ничего нету, а? Ну, давайте, дорогие друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Вам большое всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. Также, если вы что-то знаете, но не знаю этого я, то пишите мне об этом в комментариях. Я обычно все это читаю дело и беру себе на ум. Потом мы это с вами проверяем. Так что, ребятушки, все. Давайте, до новых встреч, скоро увидимся.